Добрый день. Сегодня анбоксинг. Бывает куб, бывает фишер-куб. Бывает скьюб. И тут появился фишер-скьюб. Компания Мою решила всех удивить, сделала уникальную головоломку. Фишер-скьюб. Ну, соответственно, без Тони Фишера здесь не обошлось, по всей видимости. Давайте попробуем поразбирать, пособирать, поудивляться. В коробочке, ну, обычный пластиковый прозрачный бокс. Нам улыбается участник команды Мою. Не помню, кто это. Кто помнит, напишите в комментариях. Ничего особенного на коробочке нет, даже инструкции. Мою фишер-скьюб. Все. Что он из себя представляет? По размеру, как обычный скьюб. Совершенно обычный. Матовый пластик, стандартная цветовая схема. Все как у Мою, как обычно. Ну, матовый пластик, конечно, не совсем обычный. Но он здесь есть, вроде как меньше царапается. Ну, давайте разбираться. Если сравнить куб и фишер-куб, да, то здесь это угол и вот это угол. Да. Это ребро, вот это ребро. То есть как бы углы и ребра поменены местами. Что же здесь у скьюба? Скьюб обычный состоит из элементов каких? Это центры, 6 центров и 8 углов. Здесь. Ну, по всей видимости, вот это центр. Соответственно, желтый на обороте тоже центр. Здесь, кто из них центр? Ну, по всей видимости, пустота центром быть не может. Наверное, центр вот этот. То есть, вот эти 4 элемента у нас будут центрами. А вот эти треугольнички будут углами. Ну, и вроде как они поменяли свое местоположение. Вот нам получился фишер-скьюб. По всей видимости, он будет менять свою форму. Давайте проверим. Я на всякий случай достал еще Twisty Cube от компании Chima Fungi. Конечно, выглядит гораздо более презентабельно, но мне кажется, у них будет что-то общее. Давайте замешаем. Так, как его мешать? Если мы так повернем, он уже форму поменял, но вращаться не будет. Значит, будем вращать по-другому. Ну, к примеру, вот так. А мы видим, что здесь везде есть прорезь. Повернется? Да, повернулся. И вот он уже форму свою потерял. Ну, пробуем дальше. То есть замешать его — это уже какая-то задача. Надеюсь, Влад Кожин смотрит это видео. Влад, привет. Это скьюб, а ты национальный рекордсмен. Помогай мысленно собирать эту страшную вещь. Ну, на вид страшная, а на деле посмотрим. Так. То есть тут еще нужно найти положение, в котором вращать. А здесь нет подшипников, ни магнитов, как в обычных скибах. Магнитные скиба более дешевые, они обычно с подшипниками. Но грани, ну, то, что вот это есть, фиксируется достаточно неплохо. То есть не разъезжается, все четко. Главное найти, где вращать. Ну, вот. Что-то получилось. Давайте попробуем собирать. Так, ну, скьюб я собираю по детской методике, совсем начальные методы. Поэтому вокруг белого центра, наверное, попробую расставить белые углы, чтобы у нас получилось что-то вот. Давайте. Я буду параллельно на обычном скьюбе это изображать. То есть сейчас я поставлю уголки. Вот так вот, как на обычном скьюбе. Вот это моя задача. Один уголок стоит. Попробуем поставить еще. Так, оранжевый поставился. Ищем зелененький. Вот красный.
зеленый в каком-то неудобном положении. Переведем сюда. И как-то... Да. Вот так. То есть, что у нас получилось? У нас собрался белый центр с четырьмя углами. Как на обычном скибе. Дальше что я обычно делаю? Собираю вот эти желтые четыре угла. Либо восьмерка, которую мы делаем в пифов, получаем вертолет. Либо этот самый вертолет. То есть цель – получить вот эти четыре угла. Если центр скипанет, ну, будет хорошо. Каких-то продвинутых техник я не использую. Так, на что похоже? Как бы, наверное, вверх у нас ни один цвет не смотрит, так что это, по всей видимости, вертолет. Чтобы сделать вертолет, достаточно одного пиф-пафа. Будем пробовать делать на этом кубике пиф-паф. Так, я, наверное, буду ориентироваться на два вот этих уголка. То есть, так вот, отводить. Так, и возвращать. Замечательно. Спасибо Кожину. Он мне помог скипануть центр. И это уже хорошо. Так, ну как бы мы пропустили этап, где я ставлю желтый центр сюда. Догоним на обычном скибе. Ну, этот скиб скипанул. Сейчас исправим. То есть вот у нас сейчас вот какая-то такая ситуация. То есть белый-желтый центры с углами стоят на местах. Один на месте и три не на своих местах. Что мы делаем? Делаем обычные пиф-пафы. Ну, весь кьюб собирается пиф-пафами в начальной методике. Так, белый, желтый. Вот этот центр, видимо, стоит на месте. И при пиф-пафной сборке верхний центр пойдет вниз. Синий-красный, синий-красный. И, видимо, стоит пробовать. Так, на что же здесь ориентироваться? Ну, главное, вот этот центр не сдвинуть с места. Попробуем. Два, три, четыре. Я надеюсь, что это был пиф-паф. Вот этот центр у нас неподвижный. Теперь вокруг этого. Раз, два, три. Так. То есть собралось все, что могло собраться. Ну и почему я достал это вести с Cube? У меня на канале есть видео, как я собираю. Там где-то минуту. В чем суть? Вести с Cube есть паритет. Почему? Потому что центры двухцветные и они могут развернуться. Паритет, естественно, решается пиф-пафами. И поскольку здесь центры тоже имеют два цвета, их ориентация тоже будет важна. Вот мы получили так называемый паритет. Ну, или псевдопаритет, если быть точнее. То есть нам нужно вот эти центры развернуть. А если сделать на Twisty's Cube 6 пиф-пафов, то в нем разворачиваются, к примеру, вот эти два центра и вот эти. То есть два вот так, два вот так. Ну и в зависимости от того, в каком положении мы его держим, какие-то центры будут меняться. То есть, если перевернуты три центра, то за один проход 6 пиф-паф можно их развернуть, поскольку вот эти центры, ну, они симметричные, то есть как ни поверни, все будет хорошо. Здесь у нас два центра. Надо, наверное, как-то вот так поставить, чтобы вот эти и вот эти развернулись. И самое сложное сейчас выполнить вот эти 6 пиф-пафов и не ошибиться. Два, три, четыре. Ну, как обычно и бывает. То есть на паритете сделал ошибку какую-то незначительную. Наверное, где-то вместо вот такого хода сделал двойной. И поэтому мне не собралось. Но тем самым паритет у нас решился, и скьюб
собрано. Fisher's Cube. Я сейчас на Twisty's Cube покажу, что я хотел изобразить. Здесь как-то попроще. То есть нужно сделать 6 пиф-пафов. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. И вот что у нас получается. Да, то есть перевернулись вот эти два центра и вот эти два. Ну, поэтому незаметно, поскольку он симметричный. Ну, это я и хотел изобразить. Теперь, если мы возьмем, каким образом возьмем? Возьмем, наверное, вот так, как я удержал, как держал. Да, можно вот так вот взять, чтобы ориентироваться опять же на белый центр. И у нас перевернутся два вот этих и два вот этих. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот так оно собирается. Я сейчас ради чистоты эксперимента все-таки попробую провернуть 6 пиф-пафов здесь. Я в очередной раз ошибся и вот вернулся вот к такому состоянию. Это паритет, где нужно пиф-паф увертеть дважды. Я еще раз попробую. То есть за первый заход должны перевернуться вот эти два центра и вот эти два. Потом останется три, которые за еще один подход не сможем сделать. Очень аккуратно. Следим и считаем. Так, вот у нас перевернулся вот этот центр и вот этот, и два вот этих. То есть вот этот центр встал правильно, этот никак мы не отличим. Вот эти два стали неправильно, и теперь у нас три неправильных центра. Сейчас будет немножко посложнее, поскольку внизу белого либо желтого центра нет. Но надо сделать 3 пиф-пафа, 6 пиф-пафов. Перевернуться 2 вот этих и 2 вот этих. А кстати, можно сделать вот из этого положения. Перевернуться 2 этих и 2 вот этих. Да, я так и поступлю, чтобы белый был снизу. Угу. Все, идем к успеху. Раз, два. Сделали 3 пиф-пафа. Все уголки на месте, а центры перемещаются. Еще три. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Закончили упражнение. Я не отрицаю, что можно собирать Fisher's Cube по продвинутому алгоритму обычного скьюба, но я их не использую, поэтому собираю по самой простой методике обычными пиф-пафами. И в них гораздо легче не запутаться. В итоге все беспособные мы головоломку собрали, с паритетами, без паритетов. Хорошая вещь, интересная. Сегодня собрал я ее впервые. Рекомендую, дешево и сердито, поломать голову. Ну, главное в ней разобраться за некоторое время, и потом можно уже получать удовольствие от сборки. Паритеты наверняка можно решать как-то и быстрее. Но опять же, пиф-пафы. Пиф-пафы наши все. Вращение вполне нормальное, приемлемое. К порядку вращения привыкаешь достаточно быстро. Главное иметь какой-то ориентир, чтобы не сбиться. Рекомендую.
хорошая вещичка, уникальная. Ну, теперь она в массовом производстве уже не такая уникальная, но все равно. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.